Итак, всем привет, друзья, и еще раз напоминаю, что у нас в игре сейчас вообще идет апрель. Осталось у нас всего два матча, один дома, один на выезде. Вот домашний матч сейчас будем играть, играем с Notts County, наш прямой соперник, потому что мы сейчас находимся на шестой позиции. Вот, поэтому надо выигрывать, но что бы то ни стало, зубами выдирать победу. Я своих игроков замотивировал и денежно, и морально. Вот, так что будем бороться за каждый мяч. Так и не скажу. Ух, ну что, погнали, друзья, давайте сразу переключимся на голы по традиции. Так, и Гай на второй минуте забивает гол. Только я хотел сказать, что надо переключиться на голы, а как Гай уже гол забил. С ума сойти, с ума сойти. Вот это матч. Уже с первых же минут преподносит сюрпризы. Да, вот там кто-то еще рядышком пробил. А побеждать, конечно, надо. Надо побеждать. Нотс, они, по сути, сейчас ничего уже не теряют. Чалтон уже у нас ушел полностью в следующий, вернее, дивизион. Вот. Так, и Гай. Да, Гай забивает свой второй гол. Отличненько, отличненько. Так, и что там случилось? Кто забил? Гай опять. Да, Гай забивает свой третий гол. С ума сойти, с ума сойти. Там сколько прошло-то? Буквально 3 минуты прошло, друзья, между голами, и Гай уже оформил хитрик. Ну, посмотрим, что будет в следующем тайме. Если так дело пойдет, то повторим результат последнего матча Ливерпуля с Астоном. Так. И Амоа. Ну-ка, да, Амоа забивает четвертый гол. Отличненько. С ума сойти. Это футбольное безумие. Так. Ладно, Амоа набегался. Комментарий поставим. Эдвардс тоже набился, поставим Госса. Ну и, пожалуй, Блайт. Вот. Да. Все нормально. Так. Есть консенсус, конструктивный есть подход. Да. Мало кто знает, откуда это. Так, так, так. Так, в центре поля жесткая борьба. И смотрите, пока идем без карточек. И ни с той, ни с другой стороны нету. Замечательно, замечательно, чистенько. И приятно, да, вот мне лично, что... Да. И Блайт. Ну, Блайт бог с ним, он у нас на карточках не висел. Мне главное, чтобы у меня не было карточек у тех игроков, которые как раз на них висят, чтобы уже финальный матч отыграть по полной программе. Вот. Ух ты, ёлы-палы, и Блайт играл на удалении. Да, доигрываем матч в меньшинстве. Ох, неприятно, конечно, очень неприятно. Как-то вот он так... Ну, видимо, давно у меня не выступал, так сказать, был голоден до футбола, вот и сейчас будет на диете следующий матч. И отличненько, в меньшинстве Гай все-таки забил и сделал четверочку. С ума сойти. С ума сойти. Ох. Один отыграли, ну, бог. 5-1, друзья, 5-1. Замечательно. Гай просто молодец, на 4 мяча забил. Ну, давайте посмотрим на результаты. Да, сохраняем мы еще шестое место. Отличненько, отличненько. Вот, все шансы уйти в плей-офф у нас есть. Так, ну и давайте перейдем к нашей следующей игре. Итак, друзья, вот оно, последний матч на данный момент в лиге перед плей-офф. В плей-офф мы попадаем уже точно. Сейчас будем играть с Милтоном, у которых 75 очков. Но даже если мы продуем,
Но по количеству пропущенных забитых мячей, по количеству побед мы больше, чем у Милтона, поэтому по-любому этот матч уже, можно сказать, для нас ничего не решает. Так что не будем долго откладывать дело в долгий ящик и перейдем непосредственно к самому матчу. Ну что, начинается наш матч. Давайте сразу переключимся на голы и будем наблюдать за последним 46-м туром League One. Ну, а для тех, кто не знает, я напоминаю, что победил в итоге уже точно Чарльтон. Они еще досрочно, где-то еще два тура назад с Портсмутом они сильно сражались. Вот. Ну, а мы вот потихонечку, полегонечку, даже несмотря на досадные поражения того же Чарльтона, того же Портсмута, хотя могли выиграть, могли... Вот, мы все-таки вырвались вперед и добрались до 6-го места. И кто это у нас забил? Так, это Гай у нас забил. Да, ну, отличненько, отличненько на выезде. Обыгрываем, обыгрываем пока что Милтон. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да. Так, и да, Милтон отыгрывается. Да, да, да. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного не произошло. Давайте продолжим. Так, и... Да, да, да. Ладно. Ничего страшного. Есть еще второй тайм. Даже не знаю. Искренне поставлю, пожалуй. Вот. Будьте бдительны. Я говорю, ничего для нас не решающий матч абсолютно. Свою задачу мы уже выполнили, перевыполнили, добрались до плей-офф. А вот в плей-офф, да, надо будет, конечно, задницу порвать. Причем хорошенько. Вот. Так, и что тут у нас? Что тут у нас? Гай! И какая скидочка на Амо. Отличненько. Опять equal, как говорят английские комментаторы. Так, и у соперника желтая карточка. Наиграли, наиграли на карточку. Так, ух ты, этот искин у меня там пробежал. И скидочка какая на голову. Прямо Гаю. Отлично, вот и вырвались вперед. Вот. Так, так, давайте. Ух ты. Да, вот тут ошибка вратаря. Почему-то Галиспи не пошел на сближение, и можно было этот мяч совершенно спокойно. Тут еще и пенальти. Да. Да, да, да. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Соперник все-таки серьезный. Все-таки не зря они на 7-й позиции находятся. Но играли тоже хорошо. 7 мячей за один матч, это серьезно, это серьезно. Так, еще и пятый забил, да. Да, да, да. Ну ладно, ничего страшного. Вот. Обидно, конечно, продуть в конце, но тем не менее, как я и говорил, 6-ю позицию мы сохранили и остались в плей-офф. Ну тогда уже теперь перейдем к плей-офф, друзья. Итак, друзья, попали мы в плей-офф и попали мы, к сожалению, на Портсмут, которому мы уже продували в этот раз. Но я своих ребят замотивировал как мог. Вот даже вот им премию в $30 за победу. Вот. Так что, знаете, должны победить. Прямо вот на воле, на нервах, зубами выскрести эту победу у Портсмута. Надеюсь, по крайней мере, на это. Боритесь за каждый мяч, я еще могу сказать. Уф, уф, уф. Так, начинается наш матч. Прям переживаю очень сильно. Очень хочется, конечно, чтобы мои ребята вышли в чемпионшип. Это было бы просто для меня величайшим достижением.
Вот, за ту неделю, что прошла после последнего матча, там было и награждение, как Нобл, Гай, опять Нобл, я мой. Само, оказывается, за сезон забил 38 голов. Вот, устраивала церемонию награждения и дали ему награду «Золотая бутса». Вот. Еще он получил, как вот, тоже 9 раз награждался как лучший игрок матча. Гилиспи тоже как лучший игрок клуба получил. А Нобл получил награду как игрок, чьи футболки бы еще раз продавали, что удивительно. Мне там 462, по-моему, футболки было продано. Вот такие вот интересные у нас получились награды. Ну и в целом так вот по итогам сезона уровень поднялся. Так, что там случилось? Так, Гай забил, отличненько, оба моих нападающих забили. Жалко, конечно, что Миллер вот не выздоровел к этому делу, но вот как видите, без Миллера справились. Да. К сожалению, босс вот у меня уйдет в следующем сезоне, были у меня на него надежды, но вот аренда заканчивается, а не стали пробивать. Так, и один мяч они все-таки отыграли, что неприятно, но да ладно, ну да ладно. Не буду пока никого менять. Так, прям переживаю, как будто прям... Ух, так, кто там, Амоа, Гай и... Да, отличненько, отличненько. 3-1 уже уверенно. Уф, сердце стучит, честно говоря. Даже вот не знаю, что еще сказать. И там так, ох ты господи. Да, тут ошибка защиты. Конли пробил. Так, ну ладно, один мяч у нас впереди есть. Еще вот это. Ладно, не буду сейчас никого менять, на всякий пожар, но то вдруг еще дополнительное время будет. Ну, надеюсь, до этого дела не дойдет. Просто тогда мне свежие игроки, в случае чего понадобится в дополнительное время. Вот. Вот, а что с Госом, конечно, да, ситуация неприятная. И... Да, было бы здорово, если бы надо было. Так, Амоа! Продолжает забивать. Так, и 4-2 у нас. 4-2, друзья. Да что ж такое-то? Да. С ума сойти. 4-3. Так. Уф. Совсем немножечко остается. Совсем немножечко. Ладошки вспотели. Так, давайте, ребята, и есть. Да, друзья. Ладно. Так. Ну давай, господи. Так. Ну вот так вот, друзья. Отлично сыграли с Портсмутом. Посмотрим, что нас ждет дальше. Итак, друзья, у нас на очереди ответный матч. Теперь едем мы в Портсмут. Надеюсь на победу. Один гол у нас впереди и есть. Уф, ну что, понеслась. Посмотрим, как на выезде сыграют мои ребята. Видите, дома не пробуди. Очень тяжело, очень напряжно, но... Один гол все-таки у нас впереди есть, поэтому... Ну, успокаиваться, конечно, нельзя. Такие команды, как Портсмут, они не сдаются. Как думаю, тоже. Вот, поэтому... Так, и... Так.
Да, и Портсмут нам забивает, к сожалению. Неприятно, да, так что и закончилось наше превосходство в один мяч. Ну, нам теперь достаточно будет сравнять хотя бы счет. Ну, надеюсь, получится. Надеюсь. Давайте, давайте, ребята. Далеко выносит мяч. Так, ну, смотрите, у нас идем пока без карточек. Одна карточка вот только была у Портсмута, и один гол. Был хорошо, если было бы наоборот. Вот, но вот пока, к сожалению, никак. Надо додавить уже. Додавить очень хочется, конечно, в чемпионшип-то поиграть. Вот. Но, да. Звучит свисток, и идем на перерыв. Вот, Фискина поставим. Так. Даже не знаю, кого сейчас ставить-то, господи. Мы добьемся успеха, что еще могу сказать своим ребятам. Так. Что тут? Что тут? Что тут? Да! Да, Гай забивает! Отличненько! Так, и счет у нас получается 4-5 по матчам. Так. Так, так, так. Если сейчас продержимся, то есть шанс, что пройдем в следующую стадию плей-офф. Да, честно говоря, думал, что короче у меня видео получится, но вот, как видите, выходит довольно длинным. Вот, ну посмотрим. Так, 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 так. Может быть, финал припасу как раз таки до следующего видео, чтобы, так сказать, сохранить интригу. Ну, все, сейчас вот решится в последние 15 минут матча. Сколько там еще добавить? Так, и Гай у нас получил карточку, к сожалению. Но ничего страшного, он отработал уже сегодня. Уже забил. Так, так, так. И... ну-ка, Амоа! Красавец! Амоа забивает мяч. Ну что, у нас 1-2 и превосходство уже в 2 мяча. Так что уже можно выдохнуть. Даже если сейчас... ух! И Амоа замешает разгром. Отличненько, отличненько. Карточка там еще у Портсмута. Ну все, друзья. Отличненько. Уф, можно выдохнуть. Так, ну и что у нас в итоге? Давайте сейчас посмотрим. На кого мы попали? На Донкастер. Ну, посмотрим, что нам это принесет. Все-таки добью уже сегодня эти плей-оффы. Пусть видео будет дольше, но не хочется вас травмировать и себя тоже. Итак, друзья, вот она, долгожданная игра. Играем в финале плей-офф с Донкастером. Так что не будем откладывать дело в долгий ящик, сразу перейдем к матчу. Так. Ух, ну все, друзья, понеслась. Давайте сразу переключимся на голы и сожмем кулачки. $50 сразу, хочу сказать, что предложил своим игрокам за победу в этом матче. Ну, они достойны. Тут меня еще Амоа напугал, буквально за 2 дня до матча свалился с травмой, но благо успел выздороветь к матчу. Вот, так что нормально. Полный состав игрок. И вот смотрите, Пенна. Защитник соперника получил уже карточку. Вот. Ну, у нас пока нормально идет. Так, в средней линии борьба. Я так думаю, наставник господин Хорнер тоже хорошо высказал своим подопечным
Ну, там игра такая, прям смотрю, жесткая. В центре поля у нас идет. Никто не уступает ни туда, ни сюда. Но я все-таки своих ребят верю. Верю, что смогут вырваться и забить. Он Гайка хорошо прошел. Но... Но-но-но. Так, первый тайм у нас без голов. Без голов. Давайте посмотрим, что будет во втором тайме. Ой. Да. Да, позитивные заголовки. То, что нам нужно. Позитивные заголовки в прессе. Да. Так, давайте, давайте. Так, ну что там, что там, что там? И... Фердвелл! Опытный Фердвелл реализует. Да, так, так, кто тут? Асамин. Амоа. И Амоа забивает. Отличненько, уже 2-0. Все-таки подействовали мотивационные речи. Так, Фердвелл на Амоа. И Гай забивает. Отличненько, уже 3-0. Так. Ой, и всего прям вот немножечко отделяет нас от выхода в чемпионшип. Это, конечно, будет для меня просто великий результат, учитывая то, что команду поднял в декабре с 22 места после 12 поражений. Вывести ее в итоге в чемпионшип, это, конечно... Просто с ума сойти будет. И все к тому и ведет. И Гай забивает головой. Отличненько, отличненько. Гай просто молодец. Вот. Госу бы, конечно, все-таки подписать. Ух ты, Нобл. И Гай обыграл всех и парашютиком загнал. Увернейшая победа. О да, господи, они никак не остановятся, да, это соперник. Да, отыграли один гол, ну ничего страшного, ничего абсолютно страшного. Ух, ну что, друзья, мы это сделали, мы ушли в чемпионшип. Да, 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 повышение в классе. Ох. Ну все, друзья, буду на этой замечательной ноте закругляться. Закругляемый сезон. Вот, так что теперь уже увидимся в следующем сезоне. Вот, так что спасибо всем, кто смотрел, всем, кто подписался. Подписывайтесь дальше, комментируйте, смотрите трансляции на Твиче и обязательно вступайте в группу ВКонтакте.